Вкалывают роботы, счастлив человек. Мечта Сыроежкиной из кинофильма «Приключения электроника» сегодня уже реальность. Доказательством послужила выставка-презентация обучающих роботов на совещании с руководителями образовательных учреждений Щелковского района, которая прошла в центре «Романтик». Технической составляющей образовательного процесса на мероприятии было отведено почетное место. Недостаток молодых технических специалистов в производственной сфере в последнее время требует особого внимания со стороны властей к развитию технического образования подрастающего поколения. И наш Щелковский район не стал исключением. Руководители учреждений увидели, что детям это действительно интересно, и это соответствует веяниям времени. Потому что просто просиживать у компьютера, мы все знаем, что это не всегда идет к развитию личности. К сожалению, это часто ведет и к деградации, и к закрытости. А когда ребенок создает робота, который себя проявляет вовне, ребенок должен, ну, у него развивается и логика, и математическое мышление, и законы физики он применяет. То есть он становится не просто потребителем, да, IT-технологии, он становится участником, создателем процесса. В планах на следующий год достичь показателей в соответствии с областными нормативами. Не менее 4,5% дополнительного образования детей будут составлять кружки технической направленности. У нас сейчас точно есть материальная база для проведения конструирования в начальной школе. Есть возможность внедрения этих программ и есть в наличии эти дорогие конструкторы. Они уже в школы поставлены, поэтому мы можем этот охват детей обеспечить и норматив по области выполнить. По словам Гавриила Поляковского, со второй четверти учебного года в начальных классах средних школ района начнут работать бесплатные кружки по конструированию. Приобретение комплектов робототехники для занятий в центрах дополнительного образования пока не вписано в строку бюджета, поэтому покупать придется за свой счет либо привлекать спонсоров. Но заинтересованность руководителей есть, а это уже первый шаг к осуществлению цели. Мы это обязаны развивать, мы должны презентовать все ноу-хау, которые есть на территории Московской области, Российской Федерации, и внедрять их в свою непосредственную деятельность. Будущие преподаватели кружков технической направленности пройдут курс по программе специалистов компаний, представивших на презентации свои разработки, наборы по созданию роботов. Ольга Аржанова, Сергей Максимов, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».